Итак, приветствую вас всех на своем канале Вязание с Татьяной. Рада заглянувшим на мой канал. Сегодня, девочки, у нас с вами будет последняя распаковка пряжи. Пряжу, которую приобретаем в рамках совместных покупок. Всю информацию о том, как присоединиться к нам, вы можете найти под этим видео. Для новых девочек есть видеоинструкции под видео. И также вы можете вступить в группу Вязание с Татьяной ВКонтакте. И мы там собираем всю нашу прекрасную пряжу. И не только, естественно, есть и аксессуары для вязания, и спицы, и всякие счетчики, маркировочки. Много полезных вещей, которые нам так необходимы в нашем творчестве. Сегодня последняя распаковка уходящего года, девчонки. Получила я сегодня пряжу со склада Yarn. Она не такая уж и большая поставка, но тем не менее... Сколько есть, я вам все, конечно же, покажу. Что смогу открыть, открою. Что не смогу открыть, так покажу. Это открыть не могу. Это пряжа от Yarnart Crazy Color, девчонки. 5 моточков в одной упаковке. Номер цвета 137. Состав 75% акрил, 25% шерсти. 100 грамм, 260 метров. Пряжа на тактильность очень мягкая. Очень она приятная. Дальше. Вот такая вот новиночка от Yarnart. Yarnart Passion. Ее можно открыть и потрогать. Ой, какая она мягкая. Посмотрите, какая она красивая, мягенькая. Yarnart, вот Passion. 100 грамм, 200 метров. 80% акрил, 20% шерсти. Цвет номер 1247. Вот это новиночка от Yarnart, которая вышла, ну, буквально вот совсем недавно. И девочки уже ее закупают, чтобы навязать красивых теплых изделий. Так, дальше. Дальше, девочки, я брала остаточки, которые были на складе. Да, я уже неоднократно, в общем-то, говорила, что если у поставщика на остатке остается там 1, 2, 3 моточка, 4, можно купить также все это по приятной оптовой цене. И вот именно вот в таких количествах, которые есть в остатках. Так, что же за пряжу я взяла? Мне кажется, уже основное количество ее разобрали, девочки. Ту пряжу, которую я беру, девочки, на наличие, я выставляю в альбом, который так и называется «В наличии». Да? Но несмотря на то, что альбом называется «В наличии», парадокс, да, такой, не вся пряжа есть у меня в наличии, она у меня просто не успевает залеживаться, ее просто берут и разбирают. Поэтому, если кому-то что-то нужно, вы просто берете и записываетесь. Но это в основном, ну, в принципе, это для всего, что там есть. Так, значит, ну, это такое отступление небольшое. Эта пряжа, кстати, у Alize Cotton Gold обновилась, по-моему, да, вот эта вот этикеточка. Alize Cotton Gold. Многим она вообще известная, данная пряжа. 55% хлопок, 45% акрил. 100 грамм, 330 метров. Цвет номер 610. Вот таких я взяла оставшихся 3 моточка. Ее забрали уже. Это я точно уже помню. Все, я ее обратно запечатываю. Так. Дальше. У меня там на заднем фоне есть звуки, да, девчонки? Но это у меня собачка получила новую пищащую игрушку, поэтому извините. Мы немножечко попищим и пошуршим, и попищим. Так, дальше. Вот таких 3 моточка. Тоже ее забрали. Это 514 льдинка, если я правильно его называю, этот цвет. Дальше 2 моточка вот таких, оранжевых. Цвет номер 37. 2 вот таких вот моточка. Это коричневые моточки. Это цвет 499. Это вот было последнее, я их забрала у поставщика. Дальше. Для вязания шали я стала привозить вот такую вот пряжу. Пряжа от Alize Angora Gold Batik. И
делю ее, в общем-то, ну, на моточки. Всем известная пряжа, да, 100 грамм, 550 метров, 80% акрил, 20% шерсти, если я правильно все говорю. Да, все правильно я говорю. Цвет номер 6620. 100 грамм, 550 метров. Дальше. Вот такая вот Ализе Ангора Голд Батист. Давайте откроем. Ту не буду открывать, мне кажется. Я ее упаковку просто отдаю. Так, вот такой вот цвет. Ангора Голд, там батик. Это цвет 62,97. 5 моточков. То есть ее можно взять моточно. 2 моточков мне хватило на шаль. Дальше вот такой цвет Ангора Голд. Тоже очень красивый цвет. Смотрите, какой красивый. Мы сюда берем обратно. Вот он. Так, тут он такой. И вот тут вот белое видно, да, секция. Этот цвет 56,98. 5 моточков. Дальше вот такая пряжица. 26-30 цвет. Так. Вот такая. Далее. Вот такая. Очень красивый цвет. Да мне, мне вообще они все очень красивые цвета. Этот цвет номер 2970. Посмотрите. Вот. Каких цветов тут только нет. И оттенков, да? Очень красиво. Классно. Так. Дальше. Что у нас дальше? Вот такая вот красивая пряжица. Это от Вернард Flowers Merino. 2 моточка в одной упаковке. Вот такие 2 красивых мотка. Давайте вам покажу. Видите, какой в реале цвет. Он и на самом деле такой вот, как и в пакете. Цвет очень хорошо передается. Так, Flowers Merino от Yernard. 25% шерсти, 75% акрил. 225 грамм моток, 590 метров. Цвет номер 551. Видите, какой красивый. Еще из такой я пряжи не вязала, но у меня есть. Сундуки мои забиты, как говорится, но все не доходит руки. Так, девочки, дальше пошуршим. Одна упаковочка от Yernard Baby Cotton. 50% акрил, 50% хлопок. 50 грамм, 160 метров. Цвет номер 419. 165 метров, простите. Цвет номер 419. Одна упаковка. Так. Дальше. Да. А, вот еще, девочки, 2 моточка. Cotton Gold. Этот цвет номер 287. Тоже взяла 2 мотка последних. Так. Одна упаковочка из 5 моточков пряжи Kid Mohair от Ализе. Хочу попробовать открыть. Да, открывается хорошо. Вам показать. Вот такая пряжица. Достаточно она тонкая. Цвет номер 67.
50 грамм 500 метров. 62% кедмахер, 38% полиамид. 5 моточков, одна упаковочка. Еще 2 моточка Cotton Gold. Это цвет хаки. Цвет номер 29 хаки. 2 мотка. Так. Дальше. Упаковочка от Yernard Denim Washed. Классная пряжа. 10 моточков, 500 грамм в одной упаковке. Цвет 918. Вот такого красивого цвета. Темно-красный. Он тут получается как бы с краплениями. 70% хлопок, 30% акрил. 50 грамм, 130 метров. Цвет 918. Одна упаковочка. Так. Так, дальше. Бэби Коттон, 443 цвет. Это цвет вот такой вот зелени. Видите, зелененький цвет. 443. Бэби Коттон, красный цвет. 426 цвет. Вот, красненький. Так, дальше. Дальше у нас пошла здесь носочка. Ну, пока, по крайней мере, носочная пряжа. 5 моточков в одной упаковке. Да, соответственно, 75 шерсти, 25 полиамид. Это Alize Super Wash комфортный носок. Цвет 362, 100 грамм, 420 метров. Серенький, давно не привозила я его. Так, одна упаковочка. Дальше. Такая пряжа такого цвета, синий, 76-77, вот такая. Одна упаковочка коричневого цвета. Вот она, вот такая. Этот цвет, номер, забыла сказать, 76-78. Вот ее хорошо я сочетала с верблюжкой. Также одна упаковка. Так, здесь у меня пришел крючок мой. Как я и говорила, я себе собираю коллекцию Адди крючки, мне очень они нравятся. Так, это я уже взяла... 4,5 себе. Так, здесь 3 спиц пары. 60, это от Ади, концепт Катя. 60 сантиметров леска 3,5. 80 лесочка номер 4. И 80 лесочка номер 3,5. 3 пары спиц. Так, дальше. Что у нас вот дальше? Yernard Jeans Crazy. 10 моточков. Вот такие 50-граммовые моточки. 55% хлопок, 45% полиакрил, 50 грамм, 160 метров. 7207 номер цвета. Так. Одна упаковка. Дальше, девочки, не могла не взять Artisan. Пусть здесь и не новые цвета, да, но тем не менее не могла пройти мимо. Так, Superwash Artisan. Характеристики точно такие же, как у обычного Superwash. Цвет 9004. Потому что чем больше, мне кажется, вяжем из носочки, тем больше хочется ее себе всю заиметь, носочную.
пряжицу. Дальше серый взяла, также артисан. То мы смотрели с вами цвет 836. Так, вот такой цвет. 5 моточков. Дальше упаковочка артисан 90.05 цвет. Серенький. Вот такой. Такая вот упаковочка. Очень красивый цвет, который мне нравится. Цвет 90.03. Так, вот он. Супервош Артисан 90.03. Но он быстро очень исчезает, конечно. Ну, в смысле, его разбирают. Он очень красивый, этот цвет. Буду с него начинать вязать носки. Так, еще раз извиняюсь за звуки, которые у меня там за дверью. И маленькие, и большие, там сходят с ума. Как обычно. Так, дальше. 90.06. Номер цвета. Тоже очень красивый цвет. Да мне кажется, они все красивые. Цвет 90.06. Вот, вот такой. Одна упаковка. Ну, все по одной упаковке я взяла. Так, дальше. Также новинка от Ернард, которая недавно пришла на склад. Это пряжа Херитаж. Как-то так. Я сейчас открою, покажу моточек. Вы все можете прочитать. То вдруг кому-то я неправильно скажу. Так, Херитаж. Как-то так. 50 грамм, 125 метров. 50, состав, ой, метраж. Цвет номер 335. 75% акрил, 25% шерсти. Вот такой вот цвет. Вот пряжица, ниточка, как цепочка, как будто бы. Такая мягенькая. Одна упаковочка. Джинс Сплэш. Также недавно сравнительно появилась у Ернард данная новинка. Уже привожу, в принципе, я, наверное, раз третий ее. Пряжа джинс сплэш. Цвет 945. Состав 45% акрил, 55% хлопок. 50 грамм, 160 метров. 945 цвет коричневый. Так, одна упаковочка. Дальше. Посмотрите, в каком красивом цвете джинс сплэш. Да? Необыкновенный, мне кажется, цвет. Прям вот такое летнее, весеннее настроение. Вот он. Вот. Фокус. Вот, красивый. Это у нас цвет 948. Вот такой. Красавчик. Джинс сплэш. Вот такой. Сиреневый. Вот он. 949. Джинс сплэш. Вот такой. Разноцветный. Я его называю. Посмотрите. Для любителей зеленых оттенков. Очень похож на Baby Cotton Multicolor, который 940 цвет.
Так, одна упаковочка Ернард Крисмас беленького цвета, цвет 06, 100% полиамид, 50 грамм, 142 метра. Ну, открывать не буду. Дальше норочка. Синяя этикеточка, 50 грамм, 350 метров. Цвет называется розовый жемчуг, 837. Дополнительная ниточка, вот тут она, прям в клубке, девчонки, прям внутри. Дальше норка в сереньком цвете, 859 цвет, 6 моточков. Норочка мятного цвета, мятный цвет, 841, и лавандовый цвет, этот цвет 824, я их ногами просто смотрю, 824. Так, и последняя упаковочка, которая здесь была. Это вот такая вот пряжица от Ернард Альпина Альпака. Три моточка, достаточно толстенькой пряжи. Цвет 438, 30% альпака, 10 шерсти, 60 акрил. 150 грамм, 120 метров. Вот такую вот пряжу я сегодня вам показала. Сейчас я пойду разбирать. А с вами я на этом прощаюсь, девчонки. И уже... увидимся с вами в следующих роликах. Все, всем до новых встреч и пока-пока.